в бюллетень, на выборах главы республики попадут три субъекта избирательного процесса. Это Захарченко Александр Владимирович, Сиваконенко Юрий Викторович, который сегодня зарегистрирован кандидатом на должность, и Кофман Александр Игоревич, который также сегодня был зарегистрирован в качестве кандидата на должность главы республики. Уважаемые Рожнова Людмила Васильевна не смогла собрать достаточное количество подписей в свою поддержку. Аруджев и Этибар Гурбан Оглы. При проверке подписных листов оказалось, что множество нарушений при сборе, и большинство подписей были сделаны одним человеком. И по заключению МВД сведения в подписных листах не являются достоверными, поэтому Центральная избирательная комиссия приняла решение об отказе в регистрации. Господин Красильников Алексей Анатольевич подал заявление об отказе баллотироваться на пост главы республики. Также последний момент заявил о себе Ликстутис Юрий Олегович, исполняющий обязанности министра культуры, но он не предоставил подписных листов, и мы не понимаем, для чего ему это было нужно, но это его законное право, да, вот, заявить о себе. Что касается общественных организаций, общественное движение «Донецкая республика» зарегистрировалось в республиканские списки кандидатов, и общественное движение «Свободный Донбасс» также сделали это. Коммунистическая партия Донецкой республики получит отказ в регистрации от Центральной избирательной комиссии, так как они заранее не уведомили Центральную избирательную комиссию о проведении пленума по выдвижению списку, а также сведения, указанные в заявлениях, не подтверждены документами. В частности, нет абсолютно у всех кандидатов на депутатскую должность документов об образовании. И очень много пробелов по каждому субъекту, вот, по всем без исключения. То есть пакета полного нет ни у одного человека из списка. Поэтому мы вынуждены отказать. То есть почему коммунистическая партия, да, вот, не смогла пройти этот процесс вот, ровно, вот, не безукоризненно, вот, хотя бы адекватно, мы ответить не можем. То есть на выборах в Народный совет Донецкой Народной Республики свои списки выдвигают два субъекта – общественное движение «Донецкая Республика» и общественное движение «Свободный Донбасс».